Мужики, всем здорово. Смотрите, какое чудо мне показывают. Подписчики. Подписчики, да. Мост шестерочный. Стояли по две тяги здесь, две тяги здесь и две еще поперечные регулируемые тяги. Вот. Стой, стой, стой. Пускай лежит. Установлены дисковые тормоза. Девятошные. Тут проставки, чтоб диск не задевал вот здесь за суппорта. Там какие-то пластины, чтоб крепить. Суппорта стояли. Короче, какая-то спортивная, человек говорит, машина была. Я такое первый раз вижу, мужики. Это капец. Это капец. Это, наверное, чтобы его не оторвало на скорости 240. 160 валило. Валило, да? Ничего сложного. Добавить ухо, кинуть еще одну тягу. Там то же самое. Добавить ухо, кинуть еще одну тягу. Так что, кому нужно на гусеничную технику, вот, дисковые тормоза. Будет вообще отлично. Борт-поворот работает. Вот такой вот мостец.